В сегодняшнем видео я расскажу вам об Артёме Анчукове и том, как он провел последние дни своей жизни. Артём Анчуков родился 19 июля 1981 года в Вологде. Высшее образование он получил в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Сразу после окончания академии актер пришел служить в Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «БУФ», на сцене которого он выступал 10 лет. Впервые в кино Артём Анчуков снялся в 2000 году. Он исполнил роль милиционера в третьем сезоне популярного сериала «Улицы разбитых фонарей». Всего в фильмографии этого актера более 70 ролей в кино. Многие помнят его по лентам «Тайны следствия», «Молодежка», «Ментовские войны» и по другим проектам. Артём Анчуков был востребованным актером. В частности, свидетельством этого является тот факт, что на 2023 год запланирован выход фильма, в котором успел сняться Артём Анчуков. Долгое время в сети ходили слухи, что у Артёма Анчукова роман с Татьяной Булановой. Впрочем, певица опровергла их, сказав, что они просто очень хорошие друзья. И кроме того, Артём Анчуков был ее поклонником с раннего детства. В конце весны 2021 года Артём Анчуков заболел. Актер не придал этому серьезного значения и на протяжении длительного времени предпочитал лечиться дома. Актеру становилось все хуже, и он все же решил обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Его госпитализировали, обнаружив коронавирус. Согласно данным из открытых источников, легкие Артёма Анчукова были поражены на 87%. А за день до смерти и вовсе произошел разрыв одного из них. 6 июня 2021 года актер умер. Артёму Анчукову было всего 39 лет. Он похоронен в Санкт-Петербурге. Светлая память актеру Артёму Анчукову.